Новые правила движения на круговых перекрестках. Теперь вводится единый принцип – на круге главный. Даже при отсутствии знаков приоритета, въезжающие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу тем, кто едет по кругу. Сотрудниками госавтоинспекции сегодня проводится определенная работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения на таких перекрестках. В частности, экипажи дорожно-патрульной службы, несущие службу на территории областного центра, максимально приближены к таким перекресткам для того, чтобы обеспечивать безопасность движения при движении транспортных средств по ним. Таких случаев сегодня на перекрестках с круговым движением было достаточно. Не все водители знают о нововведении, а многие еще не успели привыкнуть. Круг у нас. При въезде на круг вы... Знаков, сразу... уже говорю, по привычке, другого, по привычке. Другого знака не будет. Знак висит, конец просто главной дороги. Все, при, да, въезде на круг вы становитесь, понял, приоритетом движения. Говорю, уже просто за рулем уже много лет. Правило едино для всех перекрестков во всех городах России. В случае, если при въезде на перекресток установлен светофор или знаки приоритета, проезжать его следует согласно им. Главное, не путать предназначение светофора. Например, на площади Мичурина такой светофор есть, но регулирует он пешеходный переход, а не движение по кругу. Перекресток с круговым движением на площади Мичурина является одним из наиболее оживленных перекрестков. Вот. Особенностью данного перекрестка является то, что при въезде на него установлен светофор. Однако водителям следует помнить, что данный светофор регулирует исключительно движение пешеходов и ни в коем случае не регулирует движение по самому перекрестку. Таким образом, проезжая на разрешающий сигнал светофора данный перекресток, водитель обязан пользоваться новыми правилами. Напомним, при выполнении требований правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимуществом при проезде перекрестков, предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей. И обращаясь к водителям, хотел бы обратиться лишний раз, быть предельно внимательными и осторожными. Неважно, находитесь вы уже на круговом движении или въезжаете в него, снижайте скорость в случае необходимости, останавливайтесь, ведь даже правота ваших действий никоим образом не сравнится с человеческой жизнью или здоровьем.